Поехали. Алло, таймер стопался даже на этом экране. Хотя минусовое там время же было. Да, это может повлиять. Ладно, 3, 2, 1. Эх. Значит, мы всем придем слишком поздно. Будет проблема с этим. Нет, не будет проблем. Непонятно. Да, но при этом именно автосплитов нету. По крайней мере пока, то есть плиты я по-любому, по-прежнему вручную, просто как бы есть вот именно эти паузы. Но возможно, что и будет и автосплиттер потом, особенно если Немега все-таки расшевелится и добавит небольшое обновление специально для автосплита, чтобы автосплиты было легко сделать. Вот. Ну, а я думаю, что в принципе он, ну то есть как бы он явно не против этого, просто найдет ли он время как бы на это. Что он же сейчас Айвон и Безукет занимается там в основном. Вот. Ой, да, провафлено. Ну ладно. Вообще идеально забег. Ой. Да, и ой. Также... Типы, которые связаны со сворачиванием игры, в итоге не пережились. Типы, про которые никто из вас не знал, но... Ну, мы рассказывали вроде. Да? А, не помню. Ну, так, ну так, мельком вроде что-то упоминали. Как в общем-то. Да, ну то есть мы с ними ни разу не бегали. Мне они как бы изначально не нравились, и в итоге как бы большинство из тех, кто бегает эту игру, проголосовало против. Радар недоволен. Я недоволен? Почему? Я голосовал, мне все равно, если что. А, ну ладно. Там был один голос за, потому что был мой. Это, видимо, Смарткин был. Скорее Феррел. Смарткин уже спал. Ты сделаешь это с первого раза, я верю тебе. Найс. Ну, у нас же серьезный забег, забыл, что ли? Люблю серьезный забег. Привет, XXXX, Magnum, XXXX. Спасибо. Что, у меня час сломался, да? Я не вижу этого сообщения. Ну, у меня есть. Я попозже тогда... Мне надо его просто дернуть в чат, ну буквально мышкой, и он заработает. Я не знаю, что это за баг. Но... Причем наверняка на стриме отображается, как обычно. Он именно в окне не отображается сообщение. Какая-то новая багуля появилась, несколько раз уже было такое. Причем эти сообщения, они не пропали, то есть они сейчас прямо появятся, как я только задену чат. Ну, сейчас, пока что. Поздно, поздно. Да, на стриме есть. Также Влад Горлович пишет тебе привет. Да, привет, Магнум и Влад. Ой. А. А, надо вспоминать нашу суперстра... Да, троту на втором уровне с частичным бессейвием. Супер строта на второй уровень с частичным бессейвием. Окей. Давай не в этот раз, в следующем забеге. Ну. Я не очень уверен на себя на телепортах, чувствую все еще. Мне надо тренировать специально. Посмотрим, как я себя чувствую на White and Black тогда. Ну, если забег будет плохим, то можно попробовать. А он, в принципе, сейчас такой средний.
Так, мы секретку берем. Плюс 13 секунд. Но эта пауза, она вообще ни на что не влияет. Она там такая маленькая. Ну, я просто предполагаю, что, возможно, так как мы рядом живем, на самом деле в этих FPS у нас всегда очень маленький. А все остальное это так, подгрузка локальная, как-то. Впрочем, я не знаю, может быть, я не знаю, как он это засекает. Если это не связано с Немегой, может быть, это связано реально. Ну, я посмотрел код автосплиттера, там очень мало строчек, там просто ну, он. Как... Там он какую-то переменную в процессе NVDLL читает вроде. Мне кажется, это его собственный процесс, который он вот запускает сам. Я не знаю, что он сам. Нет, делает. NV это не собственно. А почему там в автосплиттере столько кода? Там эти DLL-ка какая-то поставилась, ты говоришь, надо что-то менять там. Ну, менять нужно DLL автосплиттера. Ее нужно менять, потому что у игры три процесса, а автосплиттер, даже если писать его на C-Sharp, жить он такой поддерживает режим, он все равно не позволяет читать не первый процесс игры. И, то есть, Смарткин прям спрашивал в конфе Дискорда, ну, разрабатывал сплита, где помогают с автосплитами, и... Как бы там это подтвердили и сказали, что ну, подумают, то, чтобы добавить потом эту функцию LightSplit. Но как бы на данный момент нет. Ты испугал, когда ты это придет? Ой. Завтра это невозможно. Ну такая что-то. Ну можно было просочиться, но что-то тоненько. Ой, я забыл. Там, видимо, нам ответили что-то. Да, смартфон ответил. Я не успел прочитать. Немножко занят. Окей. Блин, сообщение еще. А я если разверну, оно будет на стриме. Так же потом. No, it's not. Он говорит, нет, он не должен паузиться на все. Видимо, все правильно тогда. Интересно, как же он тут... Что-то пошло не так здесь. Ну ладно, всегда так делал. Конечно. Это моя мишень. Смарткин говорит, что на самом деле он должен 2 секунды быть. А дополнительно отрезать. То есть все работает как нужно. Пули проходят сквозь щит. Привет, чё, копай. А, я забыл чатик поправить, ну да. Точно. Привет тогда, чё, копай, да. Я пока не вижу чата. Ну, сейчас пройду два экрана без смертей, пока буду стоять, чатик поправлю. Все, тетик прогрузил. Hi, UTE.
не знаю, как правильно читать. Спасибо за хост, контршутер. Ты типа не играешь? Да зачем? Ну я тут тебя не догоняю. Да я тут тебя не догоняю. Ну ты здесь иногда блин. Ну иногда ты умираешь, да, почему-то. На бафнутом Кейте дурацком, причем на внешней стороне, что самое странное. А если бы мы использовали, ну, эту крутую строту, то, кстати, это спасло бы. Потому что именно до первого... Дискорд блокировал мой прыжок. Смартфин саботирует забег. Ну блин, сложно. Брать сейф или нет? Бей. Непонятно, что быстрее. По идее, проход с первого раза под этой штукой не потратит так уж много времени. Что? Сложно себе. По идее резетать надо, наверное. Да забей, нормально. Да что? Как можно резетать, если мы не можем это пройти? Нужно потренироваться, очевидно. Ну или потренироваться. Видишь, это все, что мы потеряли. Секунд 5-10. Ну, такое. Это много. Не, ну именно мы потеряли кучу времени, когда не могли пройти второй сейв. 5-10 секунд по сравнению с переделкой всего первого сейва сопоставим. Наркоманская острота, ну короче мы триггеры обходим, которые у нас конфетки отбирают. Да, мы обходим невидимый триггер понизу. Но выглядит это, конечно, сумасшедше, я согласен. Просто обычно, когда мы идем без смертей, то нам пофиг на этот триггер, потому что мы потом... Вот триггер-то срабатывает, но как бы потом из-за того, что сейвы не взят, один игрок возвращается назад. Я сделал. И опять берет триггер включение обратно. И потом просто телепортируется уже сразу вперед. Опять-таки в обход триггера. Ну просто потому что к другому сейву тупо рестарту. Mm-hmm.
Так, ну у нас на червяке, короче, да, мы отыгрываемся. На конго. На конго? А, мы же новый забег делали. Да. На червяке. А ну конго я не помню, насколько она была с первой, не с первой попытки там. Ну ты чё, ну... Ладно. Конго была быстрее, но по-моему умирали. Так, значит тут надо супер скип сделать. Суперскип? Блин, я чуть сделал на яблочко не убил. Правда, суперскип. Блин. Ты взял сейф, и мне перекрыли плашку, я не заметил. Оп. Да, где-то полсекундочки таймер стоял. Ну, мы чуть-чуть отыгрались на этом уровне, но все равно в плюс небольшом. Ну, такой плюс можно. Мы отыгрались меня на втором уровне? Да. А сколько у нас плюс сейчас? Плюс 9, что ли. Секунд? Да. Ну, незначительно, то есть плюс на червяке как бы изи отыгрывается. А мы были в плюсе после фанды, что ли? Да. Плюс 25 секунд было. Видимо, из-за того, что мы бабы прошли. Ну, баб плюс 11 был, первый уровень плюс 13. Ну, короче, плавают. А, ну да, ну Фландер тоже 20. Так, под осла не ходить. Да, да, тебе не надо, только мне можно. Только одному из нас можно. I feel good. Отыграли до хрена, конечно. Минутку. Ресет. Минус 28. Where pace? Ну, типа того, да. Where pace попытала стоит, да. Ну что это? Ну, пожалуйста, конго, ну... Ну ладно, главное, что с первой попытки. Ну ты же не два фриш. Ну да.
Нормально вообще, лол. Нормально. Ну блин, все, надо тащить. А что у нас там? Минус 30? Сейчас скажу. Минус 1.34. Nice. То есть на Конго мы теряли много. Минутку. Да. И у нас скип был там не очень на третьем уровне. Так да? Что... Да и четвертый уровень, по-моему, не был супер идеальным. Ну, такой был вроде норм, но... Ну, по крайней мере, я свой скип точно не сделал. Ну, сам, ну, который... Mm-hmm. До максимума. Ну, правда, не знаю, может, и сейчас не получится. Конечно, нам еще очень много чего надо делать, так что просто играем. Но по крайней мере, если у меня не получится скип, мы не потеряем время относительно прошлого забега. Понятно. Ой, а как это? Да. Окей. Взял сейв? Беру. Блин. Это всегда идет не так. Решил подлететь со мной. Да блин, что ж у меня каждый раз-то не выходит-то? Ну, в смысле... А я на слышу недавно был. Я имею в виду, я делаю, я всегда делаю одну и ту же ошибку. Всегда делаю одну и ту же ошибку. Надо просто попрактиковать тупо это место. Там буквально, я всегда не допрыгиваю до платформы и телепортируюсь слишком рано просто в платформу. Это же тупая ошибка. Ну ладно. Блин, я опять чуть в этот шип не прыгнул, я забыл. Ты снизу тоже есть 32 пикселя, видишь? Слева от нас. Почему ты в них не падаешь никогда? Может, это бахнуло? Оу! Ой, ну что так? Этого давно не случалось. Сложный прыжок. Вот здесь мы умираем, а там пушки уже... Давай, я верю. Сейчас бы верить в изи прыжок. Статистика не такой уж он и изи. Отлично. Чуть-чуть важно. Ладно, мы же никогда на Мику не умираем. Okay. Что может пойти не так? Okay. Мику даже не может нас убить, так вообще yeah. Можно не умереть. Какое что-то. Похоже на финал теперь. Блин, зачем это делать? Это имя тебя. Мне надо серьезно отвлекать этот фильм. Знаешь, как мы умирали на этом экране? Да. Я тоже не помню. И на этом умирал. Помню, как ты не нажимал на кнопку, да? А вот я помню, ты не нажимал один раз на нижний, один раз на верхний. Хай, пиано гай. Hello. Блин, ну ты поставил. Ч
ничего. Вот не знаю, что жизнь медом не казал. Ты засыпаешь и поздно прибежишь на сейф всегда. О, ты проехал, прикольно. А сейчас проедешь? Ну что за рип, ну. Я давно не проходил по первому. Ну просто банально, потому что я иду впервые. Да, наверное. И получалось в последнее время с первой попытки. Верю в себя? Да, я верю в себя. Найс. Только я умер. Секретка стала быстрее браться. Да, намного. Но она не сложная. Там просто надо выучить прыжки. Да блин, я перестал этот скип делать, но он не важен. Голд, минус 209, поехали. Ты забыл пострелять. Ну я сплит делал. Приоритетный план. Имею в виду, быстрые убийства меня не так тревожат, но больше тревожит, что мы сейчас можем не убить его после ракет. А это уже как-то печально. Должны, не знаю. Окей. Ну я отвернулся на секунду. Ну, блин, я говорю бред, надо стрелять по нему. Как раз не хватило типа начальных выстрелов. Не, ну в смысле, если бы я все время стрелял в него, то нам хватило. Да, ну ты видишь, как бывает. Начальные выстрелы всегда бесплатные. Ну, вот видишь, что происходит из-за этого. Ну конечно, из-за этого. Ну блин, все череда, я понял. Все череда неприятных событий, которая привела нас к этому. Ладно, все, давай сосредоточимся. Надо быстро убийство учить. Надо 30 секунд. Рип. Ну, нам всего 5 секунд надо отыграть на ВР, так что... Блин, ну это ж плохая фаза для урона. Мартин пишет, что она выиграла. Чё пишет?
Мартин пишет, что нет, выиграла. Насчет глича. Все, внимай за него. Мы все правильно делаем. Что там, Аферлу бомбит? Нет, BBF написал Кей. Тесно, я убью его за один раз. Должен. Что-то как-то выглядело близко. Не, нормально. Минус 59. Мы все еще на коне. Хотя бы. Не-не, это хорошо, то, что умер, это не так важно. А, точно, мы же еще на нашем КЗ там что-то просидели, по-моему, не очень приятно. Мне кажется, мы умерли один раз. Да. Я у меня забеги немножко мешаются в памяти, я не помню точно. Да. Да, чуть-чуть еще отыгрались. На этом сейве мы тоже просидели. Блин, ты прикинь, я вместо шифта капс нажал, ну... Ты сейчас сделаешь, тебе не страшно. Сейчас снова умрем на последнем прыжке. Умерли один раз, пошли забей. Да, не, я просто по спритам сажу, то что как бы да, умираю. Сложный сейв. Простой сейв. Ой. Дропкей с первой попытки. Ой, господи, не смерть. Дискуссия. Блин, а у меня уведомление, черт, не очень принажал, ну, на стриме не слышно. А. Ничего сейчас не могу. Да понять. Блин, плохо. Я на хай. Че, сейв брать, не знаю. Как хочешь, не надо. Да, не надо. О, я не дошел. Черт, я не дошел. Ну блин. Наверное, мне надо, по идее, сейчас по нижнему пути идти. Не. Ну я просто на верхнем все собрал. Но так как он менее затренированный. Где ты? Иди, рисать. А, на сейве еще одна. Да. А я уже стою у стены, ну ладно. Хорошо, я понял. Все. Вот Гоги злорадствует, ну пипец просто, ну. Ну злорадствует. Ну он так не хочет, чтобы мы ВР взяли. Типа, чтобы я потом в Тоху играл. Ну лол. Почему Гоги не хочет, чтобы ты в Тоху играл? Он наоборот хочет. А он хочет? Я думал, что если ты берешь
Если мы берем VR, то ты играешь что-то. Нет, если не берем. Типа наказание. Ааа. Цикл. Ну, в смысле, не обязательно в этом забеге, за выходные. Понятно. Но мы в этом возьмем. Ой, что? Не надо, если это надо. Ну, ладно. Может и надо, я не знаю. По-моему, я допрыгиваю. Что-то... А я надо прыгаешь! Ну и чё, не знаю, мне продолжать, я ничего-то, я же не тренил. Неважно, нет, важно. Неважно, чёрт. Это Гоги виноват. О, надо Дискорд выключить. Да почему все не нравится? Пардон. Тут не надо резеты, ты мог бы успеть на тележку. Просто ты был невидимый и я отстал. Ладно. Небольшой был затуп, но... Чёрт. Ну блин. Что-то ты вроде раньше должен был прыгнуть. Всегда прыгаю в одно и то же время. Раз? Да. Блин, странно. Что пошло не так? Чё тебе так колбасит? Раньше, позже. Ну, типа, в прошлый раз прыгнул рано, теперь надо было позже прыгнуть, я позже прыгнул. Ну, это было жесть, но я не мог выжить никак, но я выжил.
Ну, блин, почти бессмертная камелька. Чуть-чуть смертная. В другом месте. А? Чтоб номер где-нибудь в другом месте. Ну. Я зачитался. Похоже, ББМ голосовал не да. То есть не нет, я ничего не понимаю. Блин, что ты там читаешь? Серьезно? Ну. Читаю, ну блин, а что? Я умираю? Нет, значит все правильно. Хватит жать новую кнопку. Нажал твою кнопку. Прошлый. В нашем ПБ был идеальный четвертый мир. О, ничего не стреляет. Не это уверен, есть. Что был идеальный. Ты опять путаешь, по-моему. Ты помнишь, у нас было золото, и мы умерли там. Один раз непонятно где. Да, разве? Может. Mm-hmm. Был тот самый забег. Но мне кажется, мы еще идем норм, но я не уверен, но мне кажется, что мы еще можем успеть. Осталось. Я не читал сообщения специально, они просто выскакивают у меня в нижний правый угол, я не могу их не читать. Чёрт. Чёрт, а не важно. Проходим Дементию с первой попытки. Договорились. Оба. Да, оба. Я не знаю, у нас просто маленький-маленький плюс, но я не помню, насколько идеально был Дементию, плюс у нас паузится таймер, ну короче, давай пробуем. Таймер. Целых полсекунды. Да. Ну а вдруг тут он больше был в тот раз? Или... Ну, теоретически их забега ББФ и не будет, можно ему войти в ППФ. Ну, не знаю, будут ли они его вырезать. И, по-моему, это невозможно. Ну, блин, если будет это ретаймить, то это один вопрос. Если не будет... Не важно. Хотя бы своё-то время нам все равно надо побить. Хотя, если мы... Не, а вырезать, да, непонятно как. Мы же не весь waiting for player должны вырезать, получается. А непонятно, да, как да, точно. Это идею вырезать просто невозможно. Ну или возможно, но не характерно, что кто-то этим будет заниматься. Шашки и прыжок. Шашки оставить. Шашки были. Да. Нет, не было. Подожди. Первый был бумеранг. Странно. Ну, неважно, проехал. Так,
Привет, обсервер. Тебя. Делаю, что могу. Блин. А я не помню, кстати, по-моему, ты один заканчивал. Мне кажется, да. И нет, я один заканчивал. Ну, короче, вряд ли вдвоем. Не-не, точно я вспомнил. Если Редайр бы не умер, то был бы ВР. Я слышал эту фразу. А, точно, точно. На вот этой фигне ты умер, не умирай. Да, один я заканчивал на марафон. Урон. Да-да, один сюда. Это был не прошлый раз, это был ВР, то есть ПБРан. Почти. Тут даже пробить не получится. Я троллинг, короче. Блин, ну это оно, я думаю. Это, я думаю, будет. Будет ВР, скорее всего. Ну явно, должно быть. Прыгни в портал, зажми паузу. Там еще тонкий прыжок есть. Вот здесь сложный прыжок. Вот этот. 47-26. Лол. 4, окей.